Ребят, эмоции зашкаливают. Я прям, ух, не знаю, прям все внутри прям трепещет. Да, ребят, картина такая вот. Я стою сейчас на кладбище, и вы отправитесь вместе со мной. Это сейчас будет осуществляться, можно сказать, моя из моих, ну, самых больших, наверное, мечт. Самая большая моя мечта была — это посетить могилу Брюс Ли. И сейчас вы отправитесь вместе со мной, потому что я еще сам не видел своими глазами. Так что хочу вместе с вами пройти сейчас. И вы сейчас проследуете вместе со мной. Ну, что тут говорить. Брюс Ли — это одна из влиятельных фигур вообще в истории не только martial arts, но и в мире искусств. Ну и вообще просто очень влиятельная фигура, которой личность, которой для многих людей, в жизни многих людей стала судьбоносной, в том числе и моей. Итак, друзья, поехали. Сейчас переворачиваю камеру. Вот, и идем вместе со мной. Так, сейчас, секундочку. Так, ну что, поехали. Вот здесь вот лестница. Это прям вот здесь показываю вот могилы. И здесь это специально отведенное место. Ну что тут говорить. Брюс Ли для меня — это сокровенная тема, и как для многих людей. Вот, пожалуйста. Да, отдадим дань уважения. Здесь вот его и сын похоронен, Брэндон Ли. Так что, друзья, наконец-таки я здесь и хочу отдать дань уважения этим двум великим личностям. Ну, в особенности, конечно же, Брюс Ли, отец Брэндона Ли. Фантастика. Гештальт закрыт, друзья. Фантастика. Не представляете, до сих пор трепещет все внутри, в груди. Прям хочется сказать, выразить свое почтение, слова, не знаю, благодарности, наверное. К сожалению, не взял цветов так вот проездом здесь, но в следующий раз обязательно приду с букетом цветов, отдам дань уважения. Ну, что говорить, как говорится в Библии, не создай кумира себе, но Брюс Ли — это, пожалуй, единственный, кого я могу назвать своим кумиром с гордостью.